Пугачева и Галкин разводятся. Кто стал причиной? Российские СМИ назвали вероятную причину развода легендарной пары в российском шоу-бизнесе. Певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. В разрушении брака обвиняют молодую телеведущую Юлию Барановскую, с которой у Галкина якобы несколько лет продолжается роман. Барановскую также подозревают в беременности, а ранее в сети всплыло провокационное видео, на котором Максим Галкин ведет себя с Юлией вполне неоднозначно. Юлия Барановская – звезда топовых российских телеканалов. Девушка была замужем за известным российским футболистом Андреем Аршавиным, с которым прожила более 9 лет. В гражданском браке Барановская родила 3 детей. Отметим, Барановская является активным пользователем Instagram. После того, как в сети появились слухи о том, что Юлия имеет отношение с Галкиным и может стать вероятной причиной его развода с Пугачевой, на девушку обрушилась волна негатива со стороны пользователей социальной сети. Вероятной причиной разрыва брака стал роман Галкина с телеведущей, которая якобы беременна от шоумена. Пока ни Галкин, ни Пугачева не прокомментировали слухи об их разрыве.